А теперь иди сюда. А, что за лазерная наводка? Отвали. Что за жопа? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Рафаэлка, Санди, Данила, Туберс. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня у нас очень крутая рубрика, потому что пацаны не должны дать мне сбежать с пиццерии. А если я сбегу с пиццерии и буду находиться на улице 10 секунд, я превращаюсь в злого аниматроника и начинаю всех мочить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас миссия невыполнима — сбежать с пиццерии. Погнали. Просто ходим. Ближе к выходу. Никого не трогаем. Чуть-чуть быстрее начали ходить, заметили? Просто ходим. Так-так. Нифига себе у тебя дробаш. Есть. Я пошел, я понял. Осторожно. Психи какие-то у нас сегодня охранники. Гранату держит, тот автомат мне в голову целится. Вы че такие психи? Я вас боюсь. Осторожно. Ты на прицеле. Да? Понял. Тихонечко идем. Мы не позволим тебе выйти. А я никуда не выхожу, я просто хожу по пиццерии. Тебе, если что, нападаем на него. Видели, как я резко этот свернул? Блин, настроение, ребята, классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то интересное, которое поднимает людям настроение. А тут же выход, надо не давать ему. Не, я осторожно. Я буду очень осторожно идти. Я не выхожу, там еще пиццерия же идет, я не выхожу. Толпитесь, пацаны, что-то не понимают. Я не выхожу, я просто иду осторожно. Блин, ребята, классно, настроение, вот так угарно. Что они будут делать? Вот, проходи. Эй, куда? Блин, ну давайте попробуем для начала. Что будет, если я выйду? Ой-ой-ой-ой-ой. Отчитываем время. Давайте, 20 секунд, если я буду находиться на улице, я превращаю злого. А вы сами себя мочит. Кинули гранату в проходе и не могут выйти. Класс, это гениально. Я уже должен был, по идее, превратиться в злого. Что мы, в принципе, и делаем. Все, пацаны, вы не смогли меня 20 секунд сдержать, потому что вы проявили неправильную тактику. Зачем вы сами себе проход загородили? Теперь я иду за вами. А вот теперь я за вами иду. Смотрите, как быстро поменялась сразу у нас тактика. Видите, моментально. Чуть-чуть неправильно сделали. Все, теперь я бегу. Иди сюда. Так. Смотри, как хорошо убегает до этого момента. Буду убивать, ребята, только в притирку. Далеко не буду убивать. Все красиво, бежим. Ого, там выстрелы. Отвали. Дима, ты куда убежал? Где ты? А я добрый стал опять. Я добрый. Я выбежал. Видите, случайно зашел. Проверим, что пацаны опять будут делать. Ой, да, все, превратился. Ого, шары. Ну, давай, остановишь ты меня. Блин, пацаны, это что, сложный аниматроник? Всего 10 тысяч жизней, это же слабо. У вас такие есть мощные оружия, вы используете говно. У вас же есть пригвождатель, мощное оружие. Чего вы не используете ничего? Если б я был бы охранником, я бы убил аниматроника за 20 секунд. За 10 в общем. Иди сюда, охранник. Смотрите, от смерти не уйдешь. Еще один. Уклоняемся от выстрела. Опа, красиво. Сами себя убивают. Молодцы. Хороших взял охранников, которые вообще не умеют играть. Иди сюда. Ты не уйдешь. Ух ты. Неплохо. Да будет, ребята, у нас еще жестче аниматроник. Досмотрите до конца, потому что в конце будет босс, которого будет очень сложно убить. Вот это он отлетел. Ого, как-то посветлело, что ли, на улице? Иди сюда.
Да, бежал. Кстати, пулемет хорошо сдерживал меня. Прям, о, знаешь, в пузо стреляешь, я прям отлетал. Догоняем еще одного. Иди сюда, подлец. Так, ближе, ближе, ближе. Резаем, чтобы догнать. Да блин, ну не могу догнать. Медленный аниматроник, реально медленный. Да. Довольно-таки медленный. Отлично. Давайте их подпустим вовнутрь. Заходи. Дурак, что ли? Ты дурак? Я убийца. Я сбежал все-таки с пиццерии. Ребята, я думал, будет это очень сложно. Но оказалось, не так уж это и сложно. Так, пацаны, вижу карту. Не сильно хорошо эту знают. Неплохо. Я думал, все-таки будет несколько раундов сложных. Опять гранаты кинут. Ну, да не используй гранаты. Ты не умеешь ее использовать. Ой-ой-ой-ой, неплохо, неплохо напердел. Нам вот тут постоим. Ого, не решили ребята меня вытравить. Неплохо, неплохо. Ну я живой, жизнь у меня не тратится. Я нашел место в комнате, которое не достает граната. Ой-ой-ой-ой-ой, травит, травит, травит. Отлично, стоим. Прикольно, прикольно. Так, я живой. Смотрите, прям рядом, рядом, рядом. Ну не достает. Прям даже рука немножко в газу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда-сюда-сюда. Блин, все. Молодцы. Раунд номер 2. Первый раунд я выиграл, по сути. Я же вас убил всех? Да. Сейчас посмотрим, сможете вы этот раунд затащить. Бегите в пиццерию. Тут вы должны быть. Просто найти очень классное оружие, которое реально меня будет убивать быстро. У этого аниматроника 10 тысяч жизней. Но он немного быстрее двигается. Видите, сбой небольшой у него сюда есть. Теперь догоняй, догоняй. А я не убежал еще, вы что? Я просто бегаю. Ты что, на меня бомбы налепляешь? Слышь, я думаю, что у меня аниматроник когда тяжелее бежит? Ты мне уже налепил там сколько, 10 бомб? Так, сюда. Сейчас мы, ребята, быстро-быстро это сделаем. Ого, ты на своего прилепил. Если что, да так нравится. Ну зачем ты это делаешь? Ты же сейчас всех убьешь. А я не выбежал. А вот теперь выбежал. Отсчитываем 20 секунд. 20 секунд идет. Отлично, он опять всех убил. Так, так, так. Ты молодец, молодец. Задамажил мне немножко. 10 секунд. 10 секунд. Все, время вышло. Превращаемся в злого. Полетел. А теперь иди сюда. Ай, что за лазерная наводка? Отвали. Что за жопа? Угу, а не, слабо бьет, слабо. Я рад, что оружие фуфыжное. Так, бежим сюда. Сюда, сюда, сюда. Где он? Открываем. Отвалите. Я уже в пиццерии, да, отлично. Ребят, ну что, получилось у меня два раза сбежать, хотя, знаете, я пацанам даже дал фору. Тем самым, что взял аниматроник с такими же хп. И они не смогли все равно мне ничего сделать. Мощный, мощный у меня аниматроник. У вас тактика, вы сами себя убиваете. То есть тактики ноль. Так, ну что, пацаны. Проиграли или выиграли? Как вы думаете? Давайте, если вы меня в течение 2 минут не убиваете, то я выиграю. Надо было знать, где ты. Отлично. В этом и есть смысл. Вы должны ничего не знать, где я нахожусь. Так, осторожно. Это пиццерии, походу. Отлично, отлично. Засаду делаем. Отлично. Я знал, что он бежит. Это было прочитано на самом деле. Здесь ничего и нету сложного. Так, я знаю, что на крыше как-то можно подняться. Только как это сделать? Так. Подпустим поближе его и замочим. Отлично. Давайте сюда забежим. Так, как же подняться наверх? Туда мы уже больше не побежим, потому что там тупик. Привет. Отлично. Убийца идет. Ребята, минуту я уже продержался.
Еще минута. Отлично, ребята. Теперь только выждать. А я по тени вижу, когда они подходят. Видели? Появляется такая штука возле двери. Ну что, вы идете ко мне? 15 секунд, и я выиграл. Ну да, пацаны. Карту вы не знаете. Надо было карту, да, наверное, попроще брать? Сложная для вас карта? Особо на ней не играл. Не играл, да? Отлично, я знаю, что ты хочешь сделать. Ты хочешь меня заморозить. И, кстати, вы могли давным-давно это сделать еще в первом раунде. Почему вы не догадались, я не знаю. Ты себе еще попадать умел? Можно ли заморозку использовать? А я сказал нет? Я ничего не сказал. Пригвождатель тоже как заморозка. Я бы на месте стоял, бы не мог вас убивать. Вы не знаете просто, где эти оружия, да? Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Любой может зайти и записать со мной ролик. Вот как эти пацаны новенькие. Ну, один не новенький. Да, пацанчики, я вас разгромил. Где вы? Мы в начале. Я иду. О, ну давай, стреляй. Заморозку все берем. Давай. Ребят, смотрите, они заморозку взяли, они... Да вы ее использовать не умеете. Смотрите, насколько... Просто надо уметь уклоняться, видите? Опа. Ну давай, дуэль. Ты заморозка, а я аниматроник. Давай, один на один. Можешь убить? Смотрите. Оп. Отлично. Ну что, давай. Ребята, я вообще сегодня мочу. Ну все. На самом деле я выиграл, это было очевидно. Пацаны просто не сильно наиграны. Если бы со мной играли бы пацаны, которые со мной записывают каждый день ролики, это было бы просто мясо. И мне пришлось бы аниматроника брать, у которого 100 тысяч хп, а даже и больше. Поэтому, если понравился этот ролик, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики. Еще. Давай, что? Я со мной Рахит, пацаны, помогите. Красиво обманул вас. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Dark Dragon, енот, крошка, крошка. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Да. Всем понравилась рубрика «Аниматроники пугают охранника» и «Когда я играю за аниматроника». И мы скачали сегодня новую пиццерию, которая вышла буквально пару часов назад. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас выживание «Аниматроники пугают охранника». Погнали! Блин, прикольная анимашка. Да какой он еще идет, он дед пердун. Я быстро могу идти. Расскажешь, когда позвонишь. Как первый пердун? На тебе в голову. Ой. Что-то сварщик говорит раньше времени. Ты пытаешься убить через текстуры? Парень. Зря вы разозлили Чику, зря. Максим. Я вижу. Пошел. Он меня не проведет. Блин, прикольно, так тень откидывает. Эй, ты дверь тут не ломай, осторожно. Это же новые двери, их только поставили вчера. Я обновлю их потом. Она обманула где-то вам. Да, блин! Я закрыл дверь. Я извиняюсь, блин. Пацаны, это было просто так. Ну, проверка работает. Ну, да. Так, давайте проверим, что еще тут есть. Место Фокси есть. Ой, извини, блин, у меня психологическая травма просто, извините. Травма. Я готов всех убивать. Блин, он громко, да, этот аниматроник убивает? Аниматроника. Да нормально убивает. Ты где, Дим? Я иду. Привет, Дим. Куда ты идешь? О-о-о! А тут спаун, да? Я вас да? Здесь пришел. А, ты решил закрысятничать. Да. Ничего. Так. Ты не пройдешь. Я Фокс. Ты где? Чего себе ты глючишь? Ты прикольно. Отлично. А вы слышите вообще то, что я говорю? Да, слышно.
Драгон, давай беги сюда. Да я иду, пацаны. У вас есть шанс сейчас. Не Драгон, иди, ты в жопу. Если сейчас кто-то из вас не успеет закрыть дверь, вы умирать будете все. Да? Да. Успел. Успел, потому, ребята. Я вижу пытаемся Дим, обмануть. Я тебя вижу с дверного проема. Вот с окна вот видно просто вход в пиццерии. Ты постоянно там тусуешься. Ага, расскажи. Что за окно у вас там? Вот это вот большое окно видно тебя. Оно просто гигантское, это окно, да? Да, тебя тут отлично просто видно. Так, надо что-то предпринимать. Я даже в окно не смотрю. Чё полез? Чё лишь ползёшь? Закрывай. Дурак, я закрыл дверь. Не, я схватил его за жопу, у него жопа не успела пролезть. Вот ты схватил. Ты его схватил, а не нас. Я вообще лежу в другой части двери. Ты чего здесь? Прёшь, ну. Эй, будешь летать, аниматроник будет убивать. Я тебя распилю большую часть. Пока есть добрый режим. Он просто ходит, никого не убивает. Просто идет. Знаю я твой добрый режим. Открой ему дверь, он у меня. Уходи, Бонни. Hi, everybody! Прикольно, да, звучка? Да. Ты так окно режешь, мужик. Я его просто, я хочу прорезать. Этот Бонни бьет по области, они все эти бьют по области. Неудобно. Озвучка топа. Открыто. Думаешь, я не вижу тебя, чьи твои уши, которые торчат со стены? Зайди обратно, Драгон, дальше. Ну да. Ты там же стоишь. Бежит. Убил. Енот, он за углом стоит. Блин, не успел, ну еще чуть-чуть. Бежит, бежит. Да блин, так... Так, ультрафиолет, какой-то стрёмный у вас там свет. Значит, мне нужно взять намного быстрее аниматроника, чем я сейчас беру. Например... Я тебя вижу из окна и уже закрываю дверь. Да? Да-да. О, бежит. Да блин, смотрите, еще чуть-чуть. Убежал. Максон, готовься бежать к тебе. Нет, так не работает. Енот к тебе бежит. Да не работает это. Да ну блин, ты конченый. И он к тебе, енот. Енот, хочешь скажу, я его вижу, как он бегает. Опять ты потому что вышел. Так, подождите. Ах ты тварь. Давай тебе лечи Драгона. А ну-ка. Вокруг побежим, давайте найдем. Я убийца же или кто я? А как я это сделал? Потому что ты по области бьешь. Я пробежал, возле карты пробегал, и так получилось. Так, крыши здесь нету. А подвал, давайте подвал почекаем. Подвала нету. Подвала нету, блин, было бы прикольно, если подвальчик был бы. Зато туалет есть. Ну, ты видишь, какой ты проницательный человек, заметил такую фишку. Там места в туалете есть. Не столь отдаленные. Бегает, ну шест. Так, бегаешь, я сейчас возьму такого аниматроника, которого вы не сможете отследить. Ты правда в туалет зашел? Он в туалете, я видел его. Ребята, смотрите, как надо красиво играть за аниматроника. Кого-то невидимого взял. Пацаны, это пятая ночь, вы уже прошли до пятой ночи. А я тебя вижу, ты. Блин, как-то стрёмно. Это что, так сильно видно меня, да? Да, тебя свет, который ты сам поставил, тебе видно твою тень. А я ладно, я все равно увижу тебя. Ой, так вообще... Можно фонарик выключить. А не видно, так не видно. Видно, вот он, ты передо мной стоишь. Я даже не вижу его. А где он, ребят? Даже я вижу. Вот он, он зашёл. А чего они это, ничего не смогли сделать? Максим правую дверь, я левую контролирую. Драгон вообще крыса. Отлично, отлично, ребята, ну я смог. Голуфредис вонючий. Ах ты голуфредис. Да, я очень быстрый и летающий. О, Драгон, привет. Ну давай. Вон там был. Головешка. Так, иду. Ну бежи, идем. Ты Фредди золотой. Я вижу тебя. А дверь уже закрыта, все, можешь возвращаться. Да, Фокси, ты... Ага, вот тебе светило. Пошел вот.
На тебе, засветися. Да хватит слепить. Максим, давай. Сдох. О боже, втроём. А что я не встаю? Сейчас видим тебя. Да блин, я нифига не вижу. Вы слепили. Да что он ломается, как кусок аниматроника? Уйди. Все, пацаны, я поломался. Не, мы тебе не пойдем. Да, точно? Что-то не верю. Идите, идите, выходите. Не, я не, поломался. Не, не верю. Не, я поломатый. Посидим. Я да вижу, выходите, я не вижу, бойтесь. Не я бойтесь. Ты бегаешь, сволочь. Как-то странно он бегает, вы обратили внимание? Да, ты что-то на месте как-то это. А, и когда, сюда, короче, наверное, ты лежишь, можно нажимать альты, вот такие. Давай, ты сможешь. Я смогу, пацаны. Давай, давай. А что со мной? Давай, да давай. Что, я со мной рахит, пацаны, помогите. Красиво обманул вас. Я не верил. Блин, это было красиво. А у вас закрытые двери были? У вас открытые были? Нет, у меня открытая дверь. Я знал, что ты обманываешь. Ой, твоя чика сломана. Бежит вино. Ух, успел. Я успел два раза открыть закрыть дверь. Не буду. Молодец. Да. О, Дим, я тебя вижу. Как дела? Марионетку взял. Марионетку взял. Сломана. Опять и бежит к Максону теперь. Нет. Бонни взял сломанного. Лежит Бонни. Смотрит по сторонам. А ты как меня видишь, подлец этакий? А у него тоже примочки для халявной жизни. Пошел в туалет. Пошел на сторону. Ты думал, что я не догадаюсь, что ты палишь, крыса? Да, я крыса. Не надо палить. Дима, я тебя вижу. Все, сейчас, короче, будем играть по-честному. У вас должна быть одна дверь открыта. Если я смогу вас за минуту подловить, то вы победили. Если не смогу, то вы проиграли. Но я не могу быть невидимым, только видимым. А, ты взял жирного. Легко. Вы готовы? Жиря нет. Да, кошмарная. Ну что, игра начинается. Маринетка быстро, нереально. Шанс номер два. 3, 2, 1. Пацан, ровно минута вам. Пинота ушла. Нет. Нет. Я смотрю. А, на енот, Максон. Есть. Да. Дурак, что ли? Yeah. Ну давайте еще одну попытку вам дам. Еще одну попытку. Слишком быстрый. А, нереально дверь закрыть даже? Да, она закрывается, и ты просто ты своей головой придавливаешь дверь. Ну давайте, давайте сейчас вот смотрите, я сейчас отбегаю, давайте затестим. Успеет отбежать, когда вы успеете, вы закрыты дверь или нет? Давай. Оп-оп-оп. Видишь? Вот это скорость. Я убил. А я остался. Да ты задрал, оставальщик. Пацаны, давайте по-честному, вы сегодня хорошо играли, и можно сказать, что ничья. Но я использовал читерских аниматроников, они реально какие-то очень мощные. Чё ты там ложишь? А я ничего не делаю, пацаны. А, это не ты был? Ну ладно. Не. Вы сделал бы, ладно, потеряешь. Да просто обычно вы взрываете, в этот раз, думаю, я взорву. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики, еще. Мало взрывов. Мало. Мало? Конечно. Закройте! Если бы я хотел вас убить, вы бы уже умерли. Вы реально не успели дверь закрыть. Давайте теперь фору не даем. Молодцы. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, в особе скромник, крошка, окрошка, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, облетики. Если пять кушки, приятного аппетита, а у нас аниматроники пугают охранника. Погнали. Пацаны, вы помните, что вас сегодня ждет? Смерть, мучительство, да? Да, надо успеть просто закрывать двери. Видите, вот вы не успели. Я закрыл ее. Ты не закрыл. Интересно, вы видели, пацаны, что я через стену пролетал? Такого нигде не было, ничего. Сегодня злой очень я. Учитель. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И каждый лайк делает
так, что аниматроник все злее и злее. И если вы до следующего ролика поставите 5000 лайков, аниматроник будет настолько злой, что пацаны даже не смогут прожить и 5 секунд. Посмотрим. Сколько у вас доброжелателей? Давай, иди сюда. Ну зачем ты открыл двери? Ну зачем? Серега, кто открыл двери? Я открыл, но потом закрыл. Да там, блин, Радекс там прям на обуви. В смысле Радекс? Так, пацаны, я так понимаю, что у вас нету камер, да? Нету. Отлично. Ой, я его вижу. Бежит. Можно подставить. Ну почему вы не закрыли двери? Я же закрыл, ты какашка. Давай тогда медленнее возьму, хочешь, Серега? Васраби, блин. Давайте немножко медленнее, ребятушки, чуть-чуть медленнее. Закрой. Почему? Ребята, ну это же круто, ну смотрите, я такой злой сегодня, насколько это важно. Так, у нас теперь ремонт есть на камеру, я могу дальше делать и ближе. Отлично, мне нравится. Видите, какие текстуры на лампочке, прям видно, какая чика старая. Вы что, чего? Смогли пошло. Двери закрыть? Да, наконец-то. Нифига себе. Вы что, прогрессируете? У вас искусственный интеллект, да, начинает включаться? У нас извилины двигаются. Короче, почти. Получается, одна извилина и согнулась. Сильнее. Уходи. Уходи, дверь закрой. Ой, сейчас. Что упал? Я через вентиляцию, пацаны, иду. А здесь нет вентиляции. У нас нету вентиляции. А, ну да, точно. Пошел вон. На тебе в рожу твою. Страшную. Понял, слепи. Так, давайте возьмем другой пак. У нас есть пак, где все-таки аниматроники прикольно сделают анимации. Сейчас. Ну что, где он? Нет его здесь. Нет. Нет. Идет брат Фокси. Он передал, что не может вас убить. А этот Фокси, он убийца людей. А это что за молодой Фокси? На тебе. Он разве же добрый? Он не стоит верить. В данном режиме он добрый. Если он будет дед, что такое, это значит он злой. Уходи. Страшно, очень страшно. О, Лёх. А, не, он присел, пошел. Закройте! Если бы я хотел вас убить, и вы бы уже умерли. Вы реально не успели дверь закрыть. Давайте теперь фору не даем. Молодцы. Серега, мне кажется, если бы ты играл один, я бы не смог тебя убить ни разу. Серега, очень мощный игрок. Кто знает? Тот знает. Кто не знает, тот не знает. По рахитному двери некоторые работают. Они плохо открываются и закрываются на этой карте? Долго очень. Понял, давайте там буду медленнее. Я ж не знал, что надо первый левел, это второй подрубил. Все, уходи. Я закрыл дверь. Тут закрыто. Да что, Максим, ты меня бьёшь? Пацаны, на. Смотрите, что я буду сейчас делать вам. Откройте двери, пожалуйста. Окно, ты шо? Ну, пожалуйста, ну откройте двери. По башке себе постучи. Ну, блин, ну, Серега. Записи поменялось. Ну, мне подписчики сказали, если вы откроете двери, они поставят лайк. Честно? Да. Фух. No. Успел. Бежит. Максим нет, бежит. Не бежит. Он у нас, на той стороне, Серег, где-то. Да вон он, я вижу, сидит. Дверь открыта с той стороны, бежим. Да ты тут, я вижу тебя через... А ты, блин, негодяй, ну как? Уходи, Васаби, я вижу все. А, да? Я вижу, что ты там сидишь, я вижу твое уходи. Я ушел. Невидимку подрубил. Нет, ушел. Не ушел. Нет, я вижу, вот нет. Ты у них сидишь тут. Не, он перешел туда, вот, да, сюда. Нет, он... Заткнись, я же вижу, где он. Они уже ругаются. Блин, пацаны, будем брать хитростью. Я убить тебя хотел. Я хотел Диму убить. Нельзя, аниматроник сегодня очень зло, нельзя убивать. Так, пацаны, сейчас должны вы проявить свой скилл. Сначала небольшая скорость, потом все больше и больше будет. Так, ага. Хорошо. Так, мне кажется, это уже быстро аниматроник. Давайте медленнее возьмем. Прямой. О, нет, подожди, да, во. Блин, эророчная кабака вонючая. О, привет.
Так, сначала так. Смотрите, Чика, она такая, знаете, не очень быстро. Но это первый левел, когда пацаны должны реально затащить. Так. Одна жизнь. Проигрываете, идет еще мощнее аниматроник. В смысле? Они наоборот? Типа, а будут... аниматроникам все равно. А, то есть у вас все наоборот, да? Это да, так да, так не работает. Так-то неправильно все. Так, этот аниматроник не может обмануть вас, да, никак? Да он большой, желтый. Да был, блин, кусок пельменя желтого. Хорошо, давайте дальше. Там постный пельмень. Так, пожестче. Вы успели, да? Да. Ну, у меня, блин, когда была дверь, она была по пояс, чуть-чуть ниже пояса, по пись... Короче, ты... О! Ты в смысле? Ладно, ладно, я выхожу, я выхожу. Уходи. Грейс. Так, знаете что, надо меня как-то красиво, очень красиво обмануть. Так, я на какую же сторону побежать? Давайте побежим. Эники-беники ели вареники. Эники-беники клёц. Арбуз. А у вас что, была дверь тран? Я не угадал? Нет, я закрыл, я закрыл. Молодец. Так, смотрите, Фокси обыгрывает. Фокси молодец. Да смотри, в последний момент. Молодцы, ребят. Тут эти вонючие ящики мне еще мешают бегать, блин. Я за них цепляюсь, как кусок... Говна. Металла. А мне нравятся эти ящики, кстати. Блин, зацеп... Слабенга. Дима, смирись, ты нас не убьешь. Да ё-моё. А ты уверен? Давайте так, я вас убью тогда, когда я вот прям зайду в офис, тогда я могу вас убить, согласны? Давай. Все, вопросов нет. Вы, ну, готовы вообще проиграть? Конечно. Достойно, готовы, да? Выиграть. Да не, я беру аниматроника, который очень быстрый. Марионет. Я цепляюсь в последний момент за двери там. Надо тренироваться. Есть, тренировочка прошла успешно. Ё-моё, головяйная. Иди отседа. Вы видели, как я на соплях чуть ли не забежал? Да. Мана лакабунга! Ну блин! Ну вот последний момент, ребят, это очень близко, ну знаете, прям очень. Энергия не кончается, да? Это тоже большой вам плюс. Ну хорошо. А что я вам скажу, если я потихонечку невидимый приближаюсь? А мы двери закрыли тогда. Хорошо. Пока чай попьем. Хлеба. Он в дверь врезался или не послышался? Кажется, болты посыпались. Дима, выходи из невидимки. Мы знаем, что ты тут. Мы знаем, что ты где-то. Максим, он за этой дверью. Вы не слышите? Он где-то тут. Так. У вас две двери закрыты, как я вас могу убить? А вот он, в невидимке у меня тут ходит, я через фонарик. Да как, иди, у тебя что, ультрафиолетовый фонарик? Да, ты если не забудь, что невидимых можно увидеть через фонарик. Я вспомнил эту фигню. Он прям ходит тут. Ходи из невидимки, Дима. Давай почитаем. Так прикольно. Я за окном стою, оно подсвети фонариком. Видно меня за окном? За окном? Угу. Где именно? Ну, с левой стороны получается, если от вас смотреть. Оно видно? Нет. Мне кажется, мне нравится, как вы в окно вы все третесь. Я говорю, слева вы слева. Я говорю, справа вы справа. Блин, это угар жесткий. А я вижу тебя. А вот он же. Так ты Витязь, ну не убивай! Вить, ну не убей, как написано. Да хорош мне кишки из жопы выпускать. Да хорош! Ну все, я готов. Давайте, короче, сейчас будет смертельная дуэль. Вы готовы? Ну давай. Выиграет сильнейший. У каждого по одной жизни. Если из вас кто-то умирает из охранников, то он ждет. Если я убиваю последнего охранника, побеждают аниматроники. Если побеждаете вы,
Кто побеждает, аниматроник все равно. В смысле? А как нам понять то, что мы победим? А я умру. 3, 2, 1. Дуэль началась. Ребята, я должен затащить. Максим, ты готов? Угу. Я жду его. Я тоже. Я тоже. А где ты его ждешь? С вами я сижу. Я иду к вам, не переживайте. Да. Точно. Вот он ты, я тебя просто ничего не заметил. Тише, не пали меня, что я там сижу. Блин, а я знаю, где ты сидишь. И где? Да ты в говно в невидимке, конечно же. А ты же фонариком можешь мне подсветить, ты что, не видел? С админским писателем? Да, я ж тебя убью. Я видел тебя, какашка. В невидимке тут. Нет. Ребят, он в невидимке, он... Да, ты в невидимке был. Ты за булун с роем мелкого. Балун, балу... Балабола. Опа. Сижу себе, сижу. Пытаешься сожрать меня? Его нет у нас в офисе? Ну тут в невидимке где-то сидит или хочет замочить нас. Да, я по одному буду высмыкивать. Максим, вам в офисе вместе. Закроемся просто. Да, согласен. Он с вами там сидит. Нет, его... Открывай. Он бежит, закрой. Да ну ты жопа, ну Серега. Я хотел тебя съесть первого. Ну, в принципе, мы победили. Идет. Все, я не буду подрубать невидимку, тебя только он видимый. Там. Он за этой дверью, я его видел. Знаю твой видимый, сейчас будет. Ну открывайте двери, открывай. Не, обойдешь. Ну вот, открыл. Не, я тебя вижу. Тварь, господи, какая же ты тварь, красиво поймал, красиво. Ну все, теперь будете издеваться надо мной. Ребята, ну что, Серега заморозил аниматроника. И теперь будет издеваться надо мной. Стой, отпусти его. В туалет его головой, в туалет. О, не надо туалет, аниматроника в микрофильмы займут. Отключу ему гравитацию и в толчок понесу. А что, тяжелый что ли? Давай в женский его. Нет, в женском грязно. Вы что, решили аниматроника в туалет отнести? Да. И головы в унитаз опустить? Да. Я не позволю, аниматроников нельзя так делать. Можно. Мы злые охранники, Димас. Мы вас накажем. Давай, Дим. Да, я помогу тебе. Вот так его. Чисти. Да ты голимый, не надо в туалет башкой. Вылизывай. Я не могу вас вылизывать. Отойдите, отойдите. Отойдите, стойте. Отойдите, ребята. Ну, собаки, что за... Отойдите. Дима, тут сюрприз для тебя сейчас. Я забагался. Там бимба? Я забагался. Серёга, пожалуйста, не надо. Есть. Есть. Я испугался. Ребята, я же сказал отойти. Блин, а ты можешь меня разморозить? До сих пор как-то странно себя веду. Да, да, я сейчас себя разморожу, Дим. Хорошо, отойди. Давай. Васаби, отойди. Он вылазит. Дима, это не поможет. А чё? А вот. Ой-ой-ой, а ты видел меня, да, как я улетел? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим ролики еще. Серега, поджигай. Тут главное не испугаться, откуда он придет. Ё-моё, господи! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Васаби, Скромник, Крошка, Окрошка. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, ямлечки. Сегодня мы играем Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». У нас есть очень много классных новых NPC. Если опять кушайте, приятного аппетита, погнали. О, вижу его, он ушел. Куда он идет? Он на первый был. Отлично. И же учитывая, что полоска, когда кончится, дверь откроется. Надо закрывать уже, когда только в притирку. Ушел. Так, я буду с этой стороны чекать. Давай, я справа, ушел. Ты слева. Он топал. Давай. Гарушка, нас предупреждай. Топает, он идет. Какой стороны? Я успел, давай. Я успел. Все по красоте, хорошо. Пацаны. Не подходите я к двери. Отлично. Он вышел. В другую идет к тебе. Да, 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 да.
Стой! Молодец! Блин, это, ребята, так страшно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мы записываем очень классные видосики, которые попадают в тренды. Опять бежит с этой стороны. Нет, нет, он не идет. Не идет, он ждет, чтобы я дверь вроде бы как нажал, а потом он придет, да? Интрижка. Я вижу, вон он стоит на камере. Кстати, он сейчас играет за NPC аниматроников, которые мы скачали только вот сейчас, потому что они вышли сегодня, буквально час назад. Он, они прям очень круто сделаны. Вон он. Ой-ой-ой-ой, смотрите, какой прикольный челепиздрик. Ха-ха-ха. Как дела? Блин, я таких ни разу еще не видел. Он как плюштрап размером. О, ого! Ого! Нифига себе, ты мне крышка дал по башке. Я не ожидал, что он... Эй, прекращай! Да нифига, Богдан? Богданчик. Эй, отвали! Какишь? Блин, настроение классно. Надеюсь, ребята, вы когда смотрите наши ролики, у вас настроение тоже поднимается. Он там есть? Нет. Все, давай я опять справа с стороны смотрю. Я его вижу, он пополз куда-то. Надо топор взять. Там есть игровой автомат, ты можешь посмотреть? Он ради ушки к ним пошел. Не могу. То так, та дверь не просматривается. Капец. Слушайте внимательно. Мы это слушаем. И следим. Я слышу что-то. Бежит. К тебе, Дим. Успел, я успел. Ребят, ну по красоте же играем. Ушел. Это был глич-трап. А ты задрал. Да это как? Это Венни было. Это Венни. Ой, я проверял. Видишь, тоже шаришь? Да отвали ты. Предатель. Она вообще нету, вас не мочит, походу. А, она не может убивать? Опа, блин. Закрыл. Уходи отсюда. Выбежал. Так, энергия полная. Отлично. Так, подождите. Если закрыть и сразу открыть. А сразу открыть нельзя, я понял. Дима, вон бежит. Только не одна. Это Security Breach. Я не вижу. Рокси, наверное. Или Чика. Или Монти. Или Шмонти. Тебе, Дим. Видите, бежит. Я успел, пацаны. Я всегда это делаю в последний момент. Это спринтрап. Он сейчас с твоей стороны может прийти, осторожно. Я слежу. Такой поломанный. Офигенные что? Текстурки. Квасаби идет. Так, всё, он уходи. Здесь. Не жди. Мы успеваем, да, пока месть что? Но это же медленный аниматроник. Если он возьмет быстрого, то, возможно, мы не успеем. Ушел. А ну, давай по камерам почекаем, где он там. На третий. Тут вон стоит. Это он на сцене? Да. Но это не сцена. А он что это? Где? Закрывай! Он к тебе пошел. Нет, он ушел с середины. Нету. Нету. Едет робот! А он же этот возьмите робот. Возьмите карту. Давай. Возьмите карту. О! Так он зовут. Спасибо. Офигенно, я не знал. Серега, мне нравится, как ты от РП отыгрываешь. Классно. Возьми карту. Блин, мне нравится, как Серега отыгрывает. Возьмите карту. Он разве так говорит? Take a map. Говорит, возьмите карту. Так, внимательно. Это он дурит мозги, чтобы нас убить, я знаю его. Блин, ну там классный NPC, прям со всей игры есть. О, опять идет, опять этот челепиздрик. Скелет какой-то. Он такой медленный, конечно, рахит. Кто там? Он стоит, внимательно. Это очень страшно, ребят. Это эндоскелет? Да. Так он должен мочить. Ну не знаю, вроде стоит, просто смотрит. Может, выключили? Батарейки сели. Ну не знаю. Надо его включить попробовать. Вот сам иди включай, мне не стоит. Не, я не пойду. Иди ты. Иди. Как думаешь, как его быстро убьют? Ну я не знаю, может. А да добро, он же не дамажит вроде бы. Тебе. По жопе ему. Включатель на жопе, что ли, находится? И там, что у тебя тут? А, это пальчиковая батарейка. Ух ты! Это был толчок? Я плюс-минус перепутал.
Нормально. Будешь еще идти пробовать раз? Давай. Так ты на меня смотришь. Давай я попробую, Димас. Я так 100 раз делал. Иди сюда. Ставим им батарейку. Давай. Ща. А где батарейки это вообще стоят? В жопе. В жопе? Ого. Что-то у тебя немножко не получилось. Это тебе минус. Он уходит. Ну все, он заработал, пацаны. Я ему один провод случайно оторвал. Успей закрыть дверь, если что. Такое бывает. Чекай, где он? Вот он стоит в центре. Он Фокси взял. О, ночной режим есть. Басай, закрывай. Уходи. Все. Уходи, подлец. Мы хлеба не дадим тебе. Ушел. Хлеба нет. А это что за аниматроник был? Это Фокси. О, смотрите, какая прикольная у него текстурка, я успел. Офигеть. Ребята, если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сделаем полный обзор на всех новых аниматроников. Ты задрал. Ой, прощай. Это Димаш, у нас опять получается Грегори и Ванесса объединились. Да-да-да-да-да. Рокси, пацаны, осторожно. Стоит. Шла. О, это уже разговаривает NPC-шка, уже прикольно. Мне это уже злится. По тебе скучать. Видишь? Обидно. Ты что, успей нажать? Закрывай, Дим. Да я не успел нажать, не успел. Ой, ха-ха-ха, я успел убежать зато. Да не, Серега, ну я же добрый. А мы тебя закрыли. Да. Васаби идет. Отлично. Уходи. Так, ребята, ну что, мы выжили. Все хорошо, но это было очень страшно. Еще бы чуть-чуть, он бы ударил меня. Есть, я успел, Сережа. Ничтожество. Это ты ничтожество. Какой-то агрессивный у нас аниматроник все. Стоит. Кажется. Так, а где? Бежал. Бежал? Вентиляция? Да, наверное. Да не. Телепортировался, может? Невидимый. Не знаю, можно... Это что означает? Это Монти. Бешеный крокодил. Где этот шмонти? Это у Димы. Я слушаю внимательно. Вот, Монти побежал на твою сторону. Он побежал на мою сторону. Я успел, пацаны. Ну, все по красоте. Но это очень прикольно, то, что в последний момент я нажимаю. Гена, уходи. Да, я нажал еще раз. Ну все, ушел. Да ну, Серега, ну прекращай. Ну ты, ну можешь, хватит. Иди отсюда, Гена. Гена, фу. Да, заходи. Отлично. Все. Успел. Ну я не мочит как-то парень. А у нас же есть, Серега, пилпаки. Ты что, забыл? Нет. Есть пилпаки, security breach. Сейчас буду. О, кстати, я обещал, что мы в следующем ролике будем их использовать. Но они звуки не издают. А может, уже и добавили. Где-то в твоей стороне, Дим. Я смотрю внимательно. Тут же еще двери разные есть. Тут главное не испугаться, откуда он придет. Ё-моё, господи! Ты зачем так напугал? Это было... Ого. Я так дернулся, у меня аж волосы привстали. Ты просто большой какой-то, нереально здоровенный. У меня, кстати, нету скримера. Просто шипящий экран. Поломанный Монти, пацаны. Ползет. А там что, двери есть? Ждите, он сейчас вентиляции проползет. Вот он. Ползет. А как нам его закрыть? Не знаю. Вентиляция-то не работает. А че, ничего реально не сделаем? Да. Приполз. Монти, наверное, тоже, да, на расстоянии бьет. Даже фонарик не спас. Не, так Монти уж вроде не боится фонарика. Так поломанный вроде боится. Да? Ой, ты меня испугал. Время спать. Луна? Фонарик на него, фонарик. Ай, дядя. Там Серега, мы будем на фонариком светить. А зачем светить? Это не спасает вас. Да? Она должна тебя замедлять. Должно замедлять, Серег. Идет дурачок этот. А ты что, на руках идешь? Да. Офигеть. А чё такое здоровый? Ты же меньше вроде бы. Нет. Да ты меньше размером в игре. Паса бежит. Закрывай. Отлично, успел. Он быстро, кстати, ходит. Пойди. Он ползает. Как придурок ходит.
выбежал. Ему плохо. Да ему, наверное, хорошо. Отдыхает. Где он? Он пропал. Там... Где-то в центре. Он опять танцует. Посмотрите на него. Свет выключи. По камерам посмотри. Да я вижу тебя. Вот я тут стою в коридоре, вижу, как ты танцуешь. Дима, ты куда ушел? Я? Я до Сереги иду. Ё-моё, ты меня увидел, да, Серега? Да. Жесть. Ну, темная карта, да? Согласись. Так, Серега. Очка. О, нет, я не успел закрыть. Он тоже на расстоянии, да, бьет? Да. Они все, да, бьет на расстоянии? Они все такие. Да, это такой пилпак. Ничего, сейчас их 100 штук еще выйдет, наверное, по этой игре. Я испугался васаби. Так, пацаны, а вы где? Мы в нашем домике. Понял. Я в смысле, иду к вам. Я дверь не прихлопнула? Пришел. Я дверь не прихлопнула. Серега, ты че наших убиваешь? Прекращай. А шо я вас убиваю? Так нельзя. А шо нельзя? Ну нельзя убивать наших. Какого наших? Кто наши? Это наши охранники. Это не охранники, это Грегори и Сквидвард. Ну так они охраняют пиццерию, их на работу взяли. А мы же доширак работаем. Меня в красивый. Грегори это Гриша, а Гриша это засранец тут еще. Это зло? Гриша, это зло, да? Так, Серега, я иду к тебе. Потихонечку. Ты готов, Сережечка, умереть? От чего? А я не знаю, от чего ты хочешь умереть? Давайте его дверью прихлопнем. Ты что-то намекаешь на что-то? Я испугался. А это было специально неожиданно. Кстати, я думал, Серега не умрет, но у пилпака, видимо, очень мало жизни. 10 тысяч. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, поджигай. Сейчас будет. О. Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, вас Арабий Скромник, Радекс, пацаны, поздоровайтесь! Всем здорово! Всем привет, омлет! Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и давно у нас не было рубрики, и все эту рубрику любят и набирают миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Если тебе кушайте, приятного аппетита, а Серега у нас злой аниматроник, а мы постараемся выжить хотя бы одну ночь. Погнали! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставайте спонсорами канала. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Настроение! Мне потом монтировка, это Серега. Вижу, вижу Серегу, он идет. Он идет через левую сторону, осторожно. Он стоит вроде бы, да? А что за звуки были? Двигается, побежал, 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 побежал. Осторожно, осторожно, осторожно. Я скажу, когда закрывать двери. Радекс, на твоей стороне. Я успею, пацаны, там не ссыте. Стоит. Я успею, если что. Ты просто возле кнопки стой, я скажу, когда закрывать. Фу, Серега, фу. Ребята, осторожно, осторожно. Я его слышу. Бежит. Я успел, пацаны. Красавчик. Ух, это точно заслуживает лайкосика, потому что это было, мне кажется, на последних щах. Вот просто на последней секунде уже б не смог бы. Так, давайте посмотрим, что он ходит здесь где-то, да? Ищи его, давай. У нас я в тебе верю, ты его найдешь. Да, я тоже верю. Так, вижу, вижу. Так, я понял, что надо далеко от камеры нажимать. Во, на определенном расстоянии. Димас, там я был. Прям на саму камеру надо нажимать, да? Давайте вот так наискосок. Ближе. Не нажимается. Еще ближе. О, нажимается. О! Смотрите, четко прям заработали все камеры. Пацан, тут надо определенное расстояние, прям идеально. Я смотрю камеру, я сейчас скажу, где он. У нас он идет, я слышу. Я слышу его сзади, тоже. В окне. А, да. Серега, ты что решил тут нам? Давай окно помыть. Пойдет. Короче, вот тут чуть-чуть правее бери, тут грязное окно. Вот, вот руки тут, убери. Вот пацаны, чекаю камеры. Внимательно, очень внимательно.
Я опять его слышу. А где он? Я не понимаю, где он. Так, 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 так. Ну я слышу, он идет. Димас, мне кажется, знаю, где он. Где? Он, кажется, за вот этой дверью. Давайте будем смотреть вот здесь вот. А, во. Подождите, я хочу камеру включить ближе. Во. Вот так пусть крутится. Нет, я не успел. Блин. Хоть по-честному признался, что не успел. Молодец. Молодец. Ну, то есть я успел, но не успел. Но он быстрый, согласись, аниматроник, что то есть надо было настолько быстро среагировать, насколько это возможно. Я дождался, пока он отвернется и побежал тогда. Серега, ты молодец. Я не молодец, я холодец, я хитрый. А, ты холодец, хитрый огурец. Да, да, да. Все, у нас сейчас камера немножко подлагивает, это Серега виноват. Вот. Ломает нам камеры. Мы их ведь в аренду взяли опять. Ты опять в аренду все берешь на ролики? Экономим. Экономия должна быть экономной, да? Да. Ой, ползет. Саби, он к тебе шел. Нет, он к тебе теперь. Так, я слышу, вентиляцию идет, слышите? Нет, он просто ползает. А, это просто его звук ползания, да? На пузе. Лень уже ходить стало. Ходить не хочет. Ты его видишь? Так, давайте я почекаю. Я успел, я успел. А, то и Чика. А что с тобой? То и Чика, да, ушла. Что с тобой сделали? Тебя поломали. Каш тогда закрывать. Так, пацаны, чекайте внимательно. Так, давайте оружку возьму. Там сидишь, смотришь, Серега, я тебя вижу. Ой, я его увидел. Где он? Он в ту сторону побежал. И свет выключил. Ну, камеры проверяйте. Свет не проверяем, проверяем, Сережечка. Серег, почему когда ты пробежал, свет выключился? Ты нам это, лампочки не ломай. Так почему эти камеры очень странно работают? А ты не умеешь ими пользоваться. А ты умеешь? Да. Понял, вопросов не имеем. Ой, а, они с опозданием переключаются. Пацаны, он идет через правую сторону. За какого-то стрёмного чилипиздрика. Вот он в окно сейчас будет выглядывать. Да. Это левая сторона. А, да? Блин, да я перепутал сторону, ну да. Отражение же, камера идет. Не, ага. Это кот студент, по-моему. А как ты убил нас? Я просто случайно извиняюсь. А, я думал, у тебя суперсила какая-то появилась. Обстоятельства. Нет, это законченный аниматроник какой-то, я его брать не буду, молишь. Че, нормальный аниматроник наполовину? Конченый, морда страшная. Да? Упоротый аниматроник. Пацаны, я делаю небольшой обход по карте. Посмотрим, чтобы все было хорошо. Так, марионетка сидит в ящике. Все хорошо. Радекс, иди на правую сторону. Мне страшно. А вдруг сейчас, смотрите. Пацаны, внимательно чекайте. Где ты? А, он к Диме зашел. Дима, беги. Я убежал. Закрывай двери, что? Да ёма. Ой, не успел. Спайдермен, ты чё там, в телефоне сидел или чё? Ты не смотри там в телефон, надо играть. Мы так сольёмся. А чё, я один умер, что ли? Нет, все вместе с тобой. Я думал, где справедливость. Где он? Вон он идёт. Фрейдик. Вы видите? Есть, молодец, красавчик. Хороший. О, Security Breach пришел. Открывать? Так, I am your friend. Открывай, так это друг. Он не убьет нас, открывай. Димас, он сломанный. Нет, он целый, смотри, он нам ничего не сделает. Тут бы я сейчас поспорю. А что с тобой, Серега? Его взламывают. Аниматроник. Давай тебе помогу. Ты Фредди бьет. Ну ничего ж не буду, я ему помогаю просто выжить. Я твой друг, зачем ты бьешь? А, все, больше не буду, извини. И сейчас будем. Не будем. А ну Серега, повернись, я хочу тебе там провода поправить. Подсрачник тебе дал. Ему больно, он кричит. Тайна по животу. Ах ты! Ты же не умел убивать, ты же добрый, а им там френд сказал. Так ты это под срачник отдал, там провода замыкнули.
Что за провода замыкнули, Серега? Это что ты выдумываешь? Ошибка системы. Нет. Ошибка системы. А какая же ошибка? Повреждение задней части тела. Провода. Пацаны, Монти! Закрывайте правую дверь! Быстрее правую! Красавчик. Блин, это было очень близко. Серега, ты прям поймал меня, молодец. Монти, ты стрёмный. Да, кстати, они такие большие стали. Они прям не были такие раньше большие. Помните первую версию? Маленькие челепиздрики были. Которых можно было пнуть, они вот. А ну-ка, отойди. Димас, ты куда пошел? Я достал, пацаны, табельное оружие. Хотя я его использовать не буду, у меня так спокойнее. Монти идет через левую сторону. Да я вижу его. А, он медленный, да? Закрывай. Успел, что? Молодец. Уходил. Мне это нравится. Уходи, дверь закрой. Так, арбалет. Нам так много оружия дают, да, как охранникам? Обратите внимание. Как вы думаете, зачем охраннику дали арбалет? Напишите в комментариях. Самый классный комментарий попадет в ролик следующий. Я прям зачитаю его. Только креативный должен быть. Зачем охраннику дают арбалет прицелом? Чтобы, Димас, кидать яблоки и подстреливать их. Да, я думал, аниматроников подстреливать. Да нет, ты прав. Как вы думаете, сколько арбалет вообще жизни выносит? Серег, ты чего, игрок здесь сломал? Мне ведь тоже в аренду взяли. Где вы? Я вас не вижу. Слепошарок, что ли? Отойди, закрывай двери. Закрывай. Так глаза ты у меня видишь? Блин, Галим, оружие, давайте возьмем что-нибудь такое, другое. О! Вы где? Я вас не вижу. А мы тебя видим. Ты за стекло. Ай! Ох, а ты что? А, дверь! Получается, мое убийство совпало с выстрелом. Это карма, Дима. Да, кстати. А за что? Я тебя не сильно же палил. А вот, Дим, что по льду? Кстати, это я, когда ты оттолкнулся немного. Пистолет, Дима, Алекс. Это я нажал на кнопку. Не стреляй. Да я проверяю просто. Пистолет Алекс даже дали, представляете? Он холостой, там холостые потом. Да какой холостой, смотри, он нормально жизни выносит. Давай сейчас стрельнем. Закрывай! Да что ж у нас за спайдермен? Так, ребята, сейчас буду я стоять на правых дверях. Сейчас я буду стоять. Сейчас я покажу, как надо стоять. Я сейчас не должен пропустить. Не, в чем прикол? Он шел за медленного аниматроника, потом близко перемещается на быстрого. А это старая схема. Она специально даже называется определенно, да, Серега? Серегус хитрожопус. Ну да, в принципе, такое название где-то я уже слышал. Это не плагиат, точно. Так это я придумал. Запатентовано Серегой. Димас, мне кажется, ты только что это услышал. Да? Пацаны, вы слышите звук аниматроника? Он раз за стеклом, а мы тут стоим и смотрим. Смотрите, где-то челепиздрик. Он может проваливаться, он летает. Ты думаешь? Это не этот. Это он. Я ведь вот, все, Анка. Нам конец. Уходим. Не, нам не конец. А, все, нравится, умер. Серег, можешь думать. Ну, давай добудем. Я живой. Я, кстати, в очень классной комнате нахожусь. Нифига себе, гром на улице и молния. Неплохо. Так, давайте посидим. Помню. Сереге не нравится погода, вот избушевался. А чё тебе, Серега, не нравится? Мне нравятся аниматроники, охранники, от вас воняет пиццей. Да? Хочешь? А тут нету просто... Да блин, ну Серега, а ты искал, да, меня по карте? Да. Ты молодец. Я думал, ты пойдешь сначала в мастерскую, там будешь меня искать. Красавчик, Серега. Уйди. О, у тебя такие белые зубы. Чем чистишь? О, ну заходи. Давайте закроем двери и посмотрим, что Серега может сделать, когда мы закроем двери. Опа, и тут закрывать двери. Я успел двери убить? Да ладно. Мы с тобой, значит, одновременно нажали, потому что я тоже нажимал. Так, все, закрывайте двери. Вот так, Серега. Да что я говорю, закрывайте двери. Меня придавило, Дима. У нас энергия не тратится, надо подождать. Что он будет делать? Вот мы сейчас сидим в офисе, да? Сидите. Так. Ждите дальнейшие атаки мои. Покажи вещи. Сейчас будет мясо. Димас, может, он сейчас энергию выключит и двери откроются? Не, он не сможет. А вдруг? Он не догадается. Ждите сюрпризов. Вот, а ты умеешь сюрпризы делать, Серега? Да, мои друзья подключаются, аниматроники. Что? Не, я понял про что. Он запускает аниматроники. Не-не-не, тогда потемнел бы экран.
Блин, я прям вижу здесь кусок карты, так офигенно. Халявщик. Что это? Он кнопки нажимает, пацаны. Вон дверь не открываем-то и все. Он аниматроников активировал? Да. Он убил... Подожди, так это был Серега или нажат он аниматроник? Я так и не понял. Кто это? Серега, что Серега это? Ходит. Так, побежал. Он входит по очереди в каждую дверь. Димас, почему я навелся на тебя, на Серегу, а там был твой ник? Да? Не знаю. Совпадение. Молодец. Молодец. Может, ты предатель? Да, я предатель. Радуйся, давай его забьем. Стоп, почему там два аниматроника? А он нажал компьютерного? Он кнопки я нажал. У меня же друзья появились. А, друзья появились, да? Да. А мы уже больше не друзья, да, Серега? Аниматроники мои друзья. Вот так-то, да? Я понял. Мы припомним. Пацаны, я бегаю здесь вокруг столов от Сереги. Добегался. А что-то не получается. Серега мне не позволяет этого делать, да, Сережечка? Да. Убийца должен умереть. Серега. Да. А ты настоящий NPC поставил то или нет? Один всего лишь настоящий. Я понял. А то ты бегал, да? Да. Понял. Вижу, это гламрок Чика поломан. Так, что будет, если мы так пройдем? Говно, я тебя убить хотел. Я за А вы знаете, что я сделал? Я с этой бомбой зашел в портал, и она при телепортации почему-то взорвалась. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотрите мои ролики еще.